прошлом году в сентябре мы организовали субботник, убирали пойму реки со стороны Маслихинской горы. И, в общем-то, достаточно успешно это сделали. И даже департамент городского хозяйства нам в лице «Зато новости» и всем нашим подписчикам, которые пришли нам помочь, вручили даже грамоту и поблагодарили за такую помощь в уборке города. В этом году тоже решили повторить этот успех. В этот раз вместе, опять же, с отделом экологии департамента городского хозяйства выбрали место. Это пустырь между двумя зданиями детского садика номер 2. Находится, если стоять лицом к магазину «Куба», справа от нас. Такой пустырь, который используют собачники и, собственно, всякие другие маргинальные граждане, которые здесь распевают и бросают. Приглашаем наших подписчиков, приглашаем посетителей сайта «Колючий Саров» поучаствовать в очередном субботнике. Пройдет он 20 апреля. В 10 утра мы планируем собраться вот здесь, вот у магазина «Куба». Надеюсь, не промахнетесь. Все оттуда там централизованно соберемся и сюда выйдем. С нас, вернее, даже с отдела экологии, мы у них уже забрали специальные мешки для мусора и перчатки. С вас, соответственно, хорошее настроение, желание, значит, с собой иметь плотную хорошую обувь, чтобы стеклами не порезаться, рабочую одежду, все остальное мы предоставим. То есть мешки и перчатки уже, собственно, нас всех ждут у нас в офисе. Так что давайте поможем родному городу стать чище, давайте уберем здесь вот этот мусор и таким образом поможем нашей стране, так сказать, подняться с колен.